работаем пучеками на тягу, на реакцию партнера. Вызываем реакцию партнера своим входом на бросок. Делаем полностью учуками вход. Начинаем с левой ноги, правой на левой. Если я правша, я начинаю с левой ноги подходить. Подхожу, раскрываю ручки. Видите, как у меня работает? И ножку подношу свою, свободную. Правую ногу подношу к нему. Партнер дает реакцию на движение вперед. Очень важно, чтобы партнер давал реакцию. Пока начинаем с простого. Вот это движение. Обязательно внимание обратите, как работают руки. Как на часы мы смотрим двумя руками. Притягиваем к себе. Не отворачиваемся от партнера. Стоим прямо. Ножка подходим. Раскрываем. Поднесли бедро. Раскрываем бедро, поднесли.